Всем привет! И сегодня я снимаю видео, которое я уже очень давно хотела снять. Это видео о моей собачке. И, кстати, надеюсь, вам понравилось предыдущее видео. И мне очень не нравится то, что в этой камере какой-то очень плохо. Ну и ладно, да, мою собачку зовут Флэра. Давайте я приближу, чтобы вы лучше слышали. Мою собачку зовут Флэра. Это девочка, ей 7 лет. И сейчас я вам ее покажу. А вот и Флэра, да, вот она вот такая собачка. Если честно, то я ее даже считаю немножко своей сестричкой, потому что посмотрите, какая она хорошенькая. Это гончая порода, если честно, то я точно даже не знаю, какая. И если очень тихо я говорю, то извините, я громче не могу, я и так очень громко говорю. Просто в этой камере что-то со звуком, там надо его настроить или типа что-то того, ладно? Я пытаюсь подойти ближе, чтобы было лучше слышно. Ну, куда ты убегаешь? Ну, чего ты? Боишься чего-нибудь? Она вообще не кусается, то есть заставить ее укусить кого-нибудь, это практически нереально. Да. Вот такое вот. Ну ладно, на этом я буду заканчивать. Может быть, видео получилось немножко коротким, но мне нужно было только рассказать о своей собачке Флэре. И еще раз извиняюсь за звук, я стараюсь говорить как можно громче, потом я его настрою, чтобы все было нормально, да? Так что уже солнышко выглянуло, стало гораздо лучше. Сейчас я хочу заснять еще какое-нибудь видео, может быть, день со мной. Или... Короче, что-нибудь хочу летнее заснять, день со мной, потому что как бы уже лето, просто на улице так тепло, хочется быть только на улице. Скорее всего, я сниму день со мной, это будет в следующем видео. Или предыдущем. Я еще точно не знаю, как я смонтирую, но это, наверное, скоро уже выйдет. И да, надеюсь, вам понравилось мое предыдущее видео, так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ставьте под предыдущее видео лайки. И да, думаю, пора прощаться, так что всем пока.